«Конец невинности», 10 серия. Лазарев предлагает Полине провести совместное журналистское расследование исчезновения Дмитрия. Полина, полагая, что это может навредить мужу, отказывается. Однако Лазарев не хочет упускать эксклюзивный материал и начинает шантажировать Полину. Об этом узнает Игорь. Он решает вопрос, откупившись от журналиста. Продолжая следить за Алисой, Ирина выясняет, что у той роман не с Игорем, а с Владом, сыном крупного партнера по нефтяному бизнесу. Тем временем к Игорю приходят сотрудники полиции. Ручка с его монограммой была обнаружена во взорванном автомобиле, в котором погибла девушка. Татьяна, с подачи Антона, начинает часто бывать в детском доме. Их роман стремительно развивается. Олег выясняет у Игоря, что за неприятная история произошла с братом несколько лет назад в Стамбуле. Оказывается, в его номере в гостинице была обнаружена мертвой девушка по вызову, но тогда Игорю удалось замять дело, дав крупную взятку местной полиции.